Гуров. Ну как? Вы о чем? Обратил внимание на один факт. Давеча здесь проходила дама, 100 раз чмокнешь и пальчики оближешь. С ума. Thank you.
пожалуйста. Время идет быстро, а между тем здесь такая скука. Это от того, что день был жаркий. А в Москве... Тоже... года. Существуют земские управы. Управление управы. Я всегда это путаю. Ну вот, теперь вы знаете обо мне решительно все. Что почту привезли? Пожалуйста. Что-то мне есть жалкое все-таки.
после нашего знакомства. А кажется, это было только вчера. Сиди. Вам холодно? Нет, это я.
первые меня не уважаете теперь. Говорила, что вышла замуж, ехала с мужем в Саратов. Живут же другие в провинции. Решительно ничего. Мой муж. Хотелось пожить, пожить и пожить. Любопытство меня жгло. Вы этого не понимаете. Чистую, честную жизнь, а грех мне гадок. Я сама не знаю, что я делаю. Щека соленая. Хочешь, поедем куда?
ничего. Все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем. Я вас мало знаю. Вы почему-то кажетесь мне добрым, порядком. Хорошая моя. Вы забудете обо мне. Фон Дидриц? Это от мужа. У него, кажется, дед был немец. Да, вы правы.
Дайте я погляжу на вас. Погляжу еще раз. Мы навсегда прощаемся. Митя, да, я... Как твоя ялтинская собачка? Покрылась туманом. Так-то. Вы талант. Да. Давно-давно не испытывала такого наслаждения, какая...
тьма катит глаза. Помертвело чисто поле, не тужните светлых боли. Полагаю, что перед этой юной душой пора уже поставить ясную цель. Я с вами совершенно... о карьере певца. Да. У него удивительный музыкальный слух. Эдакое зашибательное, что-нибудь мерзейшее. Thank you.
Не, фру-фру его кличка, ваше благородие. Может, желаете купить? Горять, что видели, что слышали про то. Скучно. И домой идти не хочется. Вот и я. Вот и все они так. Взять хотя бы лаки. Штука одна в голове сидит. Ни на минуту покоя не дает. Твою. Ненавижу. Стало мне вдруг казаться, что вы... Подозреваю. Все кажется, что льстят мне из-за денег. Твои тайны, поэтому. Но в вас ответа. Слушай, Гуров, спой. Ты же певец.
написала? Ничего с другими никак не будет. Дмитрий? Нет, просто так. Что-нибудь? Тебе, Дмитрий, совсем не идет роль Фата. Как она танцевала? Как? Ты что? Ну, ты что? Шарма. Огромное значение в литературе придается любви. Видите ли, Дмитрий Дмитриевич, вопрос о любви решается просто. С какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте. Незаметный, неинтересный. Игра в карты.
вам на ординку, барин. Тем, чем умывальником придворный, о ком о чем? О умывальником. Извини. Вот. Я так завидую тебе. Ты едешь в Петербург. Один билет первого класса до Саратова. Как мне знать? Его, почитай, весь город знает. Далеко же? Да недалече, на старой гончарной. Спасибо, иди. Thank you.
пом тра-ля, пом пом тра-ля. Мне хотелось забыть, забыть. Ну зачем мы приехали? Зачем? Вы должны уехать. Слышите, Дмитрий Дмитриевич? Я приеду к вам. Мой добрый, милый, дорогой мой. Расстанемся. Thank you.
за мои деньги. И серебряный самовар. Тепла. А между тем идет снег. А уже пришли. Живешь там? Что нового? Ты был болен? Нет. Посмотри.
посоветоваться с врачом насчет женской болезни. Почему я женат? Ты замуж? Знаешь, мне всегда казалось... Мы похожи с тобой на двух перелетных. Перестань, моя хорошая. Поплакала и будет. Что делать, чтобы не надо было притворяться?